Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давай выполним упражнение 2 на странице 34 учебника по русскому языку для 4 класса автора Климановой. Проверьте свое умение расставлять в предложениях недостающие запятые. Что они выделяют в данных предложениях? Что ты рано в гости? Осень к нам пришла. В данном предложении есть обращение «осень». Его с двух сторон нужно выделить запятыми. Что ты рано в гости? Запятая. Осень, запятая. К нам пришла. Выйди, радуга, дуга, на зеленые луга. Здесь также есть обращение «радуга-дуга». Его нужно с двух сторон выделить запятыми. Выйди, запятая, радуга-дуга, запятая, на зеленые луга. До свидания, старый год. Грустно расставаться. До свидания, старый год. Здесь есть обращение «старый год». И его с левой стороны нужно выделить запятой. До свидания, запятая, старый год. Восклицательный знак. Грустно расставаться. Точка. Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.